какие уникальные игрушки в сказочном мире, образные игрушки. Это герои и персонажи песен сказок. И какое счастье, что они могут появиться прямо сейчас в наших руках. Скат маленький. У нас уже есть два ската. Ждали еще одного маленького. Какой он легкий. Легкий. Какой он улыбчивый, чуткий и восторженный, восторженный. Посмотрите, как они схожи. Это старший брат. И внешне схожи. И по характеру. Они очень дружные. Просто ощущается, как и дружны творческие комплексы. Морская сказка. И светолуч. Так и хочется проинсценировать журавлиную песню из комплекса «Светолуч». Здесь столько внимания, чуткости, бережности и таких дружеских отношений. Ну что ж, необходимо пригласить наставника. А вот и он. Посмотри, наш брат твой отстал. Не по силам ему взрослый ритм. Слева я, справа ты. Полетим, от ветров защитим, будет легче крылам.